Если нас раскочегарит этот трек, если нас раскочегарит альбом Соды последующий, который будем слушать, еще послушаем что-то, посмотрим, да, посмотрим. Музыку надо потреблять в кайф, это должно кайф приносить мне, вам, это должно быть круто. У нас и так, в принципе, не так много работ вообще выходит, учитывая, что я слоупочу, конечно, да, в этом плане накопились долги, так сказать, да, которые мы сейчас разбираем. Но в целом, да, конечно, не так много выходит работ, поэтому торопиться нам некуда. Артисты, как всегда, пытаются вкладывать очень много сил в свои работы. Стараются делать качественно и круто. Поэтому не будем торопиться. Будем наслаждаться, будем смаковать. Да. Долги у Трил Пила накопились. Что думаете, трушный замес или охуенный хайп перед совместным треком? Так. Так. Ну все, братва, поехали. Лида, продюсер by VHS Sound. Погнали, слушаем, так называется «Район». Если хочешь, чтобы перестал качать, лучше тебе меня просто закупать. Малышка, прыгай на кровать, начинай покрывать. Я делаю ушки, и теперь ты накачан. Пришло время нам друг друга накачать. Мы так похожи на котят. Мяу-мяу. Когда мы поем, когда мы поем, играет, играет муза, ныне спит район. Когда мы поем, йоу, ходуном дом, и соседка быстрее. Когда мы поем, играет, играет муза, ныне спит район. Когда мы поем, йоу, ходуном дом, мы соседка вызывает ОМОН. 9-1. Угу, разнообразие приехало. 9-1. Бля, ну Лида, это качество, пиздец. Вызов прими, значит, 50 лет пути. Я растворяюсь в дыме, и меня в нем не найти. Майка с ним и маечка, ваят и терапия. Очень талантливое дерьмо. То есть, в принципе, здесь уровень, да, вот, ну, вот он просто держит всегда уровень. Вопрос, чем он удивит лично вот нас в каждом треке конкретном, да. Что касается уровня, ну, пиздец, уровень высокий. И здесь, как бы, да, вот после слова пиздец начинается пиздец настоящий. Да, протеките там, тики-тики, дико дышите. Очень красиво. Бриджик, да, нам дает передохнуть. Здесь у нас разгоняет и начинается замес и пиздец, да. Красивый трек. SPB Waves. Русский поп написано, да. Это именно он и есть. Русский поп, да. Ну, нет. Шикарно, шикарно. Шикарно. Бля, ну, типа тут вот ставить оценку тяжело, да? Реализация выбранного стиля 10, блядь. С точки зрения базы, да,
хуй его знает вообще, типа, тяжело доебываться. Вот Лида такой человек, да, до которого тяжело доебываться в плане объективных оценок, типа, оно может нравиться, этот трек кому-то вообще может не нравиться, типа, ну, типа, вообще, типа, там, ни хихи, ни хуя, контрасты все эти, долбежка, там, говно, неинтересно, скучно, вообще не вопрос, а вот, но, типа, отрицать объективно, блядь, там, скиллс, ритмику, да, дикцию, контрасты, какие-то вещи, которые артист вкладывает в свое творчество, именно как работяга, блядь, это невозможно. Там похуй, что тебе нравится, что не нравится. Структура ритмика 10, блядь. Не знаю. Ну, правда, это как бы... Музыка — это субъективная поебота, да, без базара. Типа, может, все нравится, не нравится, неважно. Но есть физика, да, вот именно математика, да, математика трека, блядь, математика трека. Мне, допустим, там Лиза нравится больше, там «Танцуй, комсомолка» больше, чем этот трек мне нравится. Ну вот, есть вещи, да, но в целом тяжело, блядь, не поставить много баллов за объективные вещи. Хуй его знает. Лида — заслуженный математик России, да? Так, по тексту. Из интересных аспектов, что там есть? Кричать, закопать, кровать, накрывать. Качан, накачать. Котят, мяу-мяу. Да, ну он, блядь, оккупировал просто вот этот кусок жанра, да, вот эту часть музыки просто вот ебет и кормит, короче. Красавчик, Коля. Не, 10 тут нету по тексту, 100% просто. Я думаю, что 8 я бы поставил. Семь, восемь, да, вот, вот так вот. Может, даже 7, да. 10, блядь, индивидуальность и харизма. Хуй знает. 10, блядь. Атмосфера или вайб? D5, блядь. Трендовость и актуальность жанра. Но здесь не пятерка. Тут 3-4, я думаю. 3-4. 3-4. Да. Ну, потому что музыка — это не кальянщина, блядь. Это не попс. Это не трэпчик, который пиздец. Это не поп-рок, да. Поэтому такое. 4 вы пишете. Я бы троебан поставил даже, если честно. Трендовость и актуальность жанра. Немного этого на самом деле. И хоть он в этом очень пиздат, но это в любом случае, ну, не что-то такое массовое. Хэппи-хардкор, висит от его рейв, да, вот эта вся история. Поэтому такой дохуя набрал. Ну да, ну охуенный же трек. И вообще тяжело вот, блядь, судить по любым критериям и формам, да, вот такого, блядь, техничного задрота, да, который в нюансах силен. И он хорош, опытен в своей реализации. То есть доебаться вот тут невозможно. Здесь выстроено все охуенно. Вот тут можно доебаться без проблем, да. Он где-то может не дотянуть именно свой трек, если он вот сделан. Но тут особенно вот в куплете, в конце, пиздец. Круто, круто. Задрот в хорошем смысле, естественно, профи имеется в виду, да? 72 балла. Спасибо, хороший трек. Респект.